Всем привет! Вы на канале Наталайф, и я рада приветствовать вас у себя в гостях. Друзья, решила сегодня по-быстрому сделать малосольные огурцы. Хочу поделиться с вами самым простым и легким рецептом. Итак, у меня чуть больше 1 килограмма огурцов. Я взяла 5-6 зубчиков чеснока, несколько листков лаврушки, пучок укропа и острый перец. Все предельно просто. Огурцы промываем и накалываем вилкой со всех сторон. Так как у меня огурцы крупные, я их разделила пополам, чтобы было удобнее складывать в банку. Выкладываем в банку укроп, наколотые огурцы, чеснок, острый перец и лавровый лист. Все чередуя. Когда банка наполнилась, заливаем огурцы водой. Воду сливаем в кастрюльку, при этом измеряем ее количество. Это нам нужно, чтобы узнать, сколько соли положить. На 1 литр воды 1 столовая ложка. Варим рассол. Как только вода закипела, заливаем ею наши огурчики. Закрываем пластмассовой крышкой и оставляем в теплом месте на 24 часа, то есть на сутки. Потом огурцы надо будет хранить в холодильнике. Через сутки наши малосольные огурцы готовы. Но, признаюсь честно, мы банку открываем гораздо раньше. Друзья, всем приятного аппетита, готовьте на здоровье. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Ну а мы с вами увидимся очень-очень скоро в следующем видео. Пока-пока!